Bad. Ну что ж, возвращаемся ко второй игре между командами Team Spirit и Cookies. И Spirit на этот раз в полном составе, что не может не радовать. Рамзес у нас вернулся. И, видимо, это он играет под никнеймом Лошара. Ну, во всяком случае, в лобби это был он. На 100%, да. Хорошо. Ну и решили они забанить медведя первым делом, потому что... Да, потому что медведь — это зло какое-то, которое в прошлой игре... Ну, не то чтобы он настолько силен, но прежде всего это незнакомое что-то новое, и прежде чем против этого играть, неплохо было бы для начала против этого как-то потренироваться. И лучше его сейчас забанить от греха подальше. Да, также вроде я разобрался со своим микрофоном. Да, и ты меня настрой тоже, чтобы меня было слышно. Я просто фидбэк получил, что меня в предыдущей игре было очень громко слышно. Я там сделал потише, конечно. Я думаю, что это тебя было громко слышно. Думаете, стоит вернуть, в общем, короче, как было, просто у меня на 6% в конце было из-за того, что он каким-то странным образом, он постоянно занижает громкость каждый раз, когда ему кажется, что я громко говорю, и в итоге она там оказывается на самом минимуме. Но сейчас я вот стабильно на 50 и... Ты меня нормально слышишь? Да, вот так вот, я думаю, тебя слышно будет отлично. Ну, мы посмотрим через пару минут фидбэк. Сделаю погромче, давайте там, ребят, в чат или нет, в Твиттер лучше напишите мне. Как меня слышно? Да, ну и а тем временем у нас забанили Баньшу, решили вот так вот по новым героям пройтись, и тут же отвечают Куки с Инвокером. Инвокер, который в новом патче все чаще используется. Ну, его вот эта алакрити на втором уровне, конечно, очень сильно помогает ему на линии. И, в принципе, герой хороший. Именно вот усиление вот этого Инвока в самом начале, оно сильно очень повлияло на него, потому что для Инвокера очень важна доминация на линии. Ему как раз под разгон. Да вообще вот эти все спылы, которые он со второго левела кастил раньше, Cold Snap или Sunstrike, он просто тупо с первого сейчас может вязать. Да, и даже так, то есть может какой-то спел с первого, со второго он в принципе практически любой спел может, кроме Бласта, дать. Ну а Бласт тоже в принципе на третьем уровне тоже может. Ну, вот так, и даже если ты играешь там квазово-вексовым инвокером, все равно экзорт, как правило, вкачивают, чтобы с алакрити вначале добить крипов. Но спириты отвечают своим бейном любимым и забирают также Лину. Куки, соответственно, тусика. На инвокере как сейчас вообще играть? Если ты играешь даже квас-векс, ты приходишь на линию, если ты видишь, что у тебя герой, против которого ты стоишь, у него побольше атак, он тебя может переодинать тупо с руки, ты берешь на единичку экзорт, он тебе прибавляет этих плюс 9 дэмэджа. Вот, а потом уже качаешь квас векс. На единичку просто экзорт берешь. Вот, и стоишь. Ну да, в общем, так... неплохо, у тебя сразу атак. Так и делают. Так, в общем-то, и делают. Но пока что у нас зомби и бруда в бане от Cookies. И Вингу Team Spirit забанили, сразу же забирают себе Слардара. Как мы видим, три героя из того, что забирали себе Cookies в первой, в бане во второй игре. Это Лондруид, это Баньша и... Баунти Хантер. Посмотрим, смогут ли печеньки чем-то более привычным нам сыграть. Ну да, потому что предыдущая игра была это чисто 6.86, а вот здесь вот по героям это предыдущая наша версия. Пока ничего такого нового, жесткого какого-то нету. Да, ну разве что вот Инвокер, но и то он в предыдущей, ну, в принципе, версии да. Залетал. Три героя, которые были в предыдущей игре, Думал, Андроид и ДП, которых как раз героев, которые добавили у нас совсем недавно, оказались в бане. Не хотят ребята в новую версию пока играть, пока до конца не изучили этих персонажей. Ну, требуется определенное время. Ну и главное, не хотят сливать свой стрик. Обидно было бы, наверное, проиграть Cookies. Вот так вот. Все-таки после того, как тяжелейшая там встреча с Elements Pro Gaming, с многими другими командами, здесь Cookies, которые, ну, не являются все-таки... С точки зрения там тех же букмекеров, кстати говоря, еще раз давайте посмотрим на эту замечательную
картинку со ставками. И 1 на 1, да, по версии сайта esportgaming.com. 1.182 на Spirit и 3.957 на Cookies. Но если там есть ставка на какую-то первую карту, то уже могли поднять неплохо за Cookies'ов. Так, все, с микрофончиком хорошо. Все нормально. Все норм, слышно хорошо. Все отлично. Можно наслаждаться игрой в полной мере. Ну и очень долго думают, конечно, Team Spirit. В итоге забирают Dazzle себе. Хороший саппорт с сильным лейт потенциалом, да и в начале вполне неплох. Можно и с Бейном его здорово сочетать. И тут же ответ от Куки с Фантом Лансер. И нужно сказать, что Фантом Лансера пока что здесь ловить немного тяжеловато. Есть, конечно, Бейн, есть там Лина Слардар, но довольно подвижный этот герой. Ну, скажем так, если он расфармится, то пока ему какой-то особой контры нету у Team Spirit. Ну и посмотрим, что они последним пиком возьмут. Насколько я понимаю, Спиритом самим остался Кэрри. И они здесь могут взять все, что угодно. У Рамзеса, я думаю, ввиду его юного возраста, огромный должен быть пул героев. Время есть, чтобы тренировать много героев. Ну да, и желание, что самое главное. Но самого интересного и уже желание, забанили. Может, нет, а вот время есть. Ну, может быть и так. Не знаю, мне просто кажется, что в 16 лет там просто жажда играть, она превыше вообще всего. Даже если ты ничего за это не получаешь, а если уж у тебя есть шанс какие-то еще и результаты показать, то это там супер мотивация вообще. Я в 16 лет сутками сидел. Ну вот да. Реально сутками. Ну аналогично, собственно, причем вообще там во все что угодно. Если нет, ничего я даже не кто-то, было. Нет, кто-то играл именно сутками. Вот так вот. Ну и смотрим, последний пик. Нужен Кэрри, Эмбер Спирит в бане. Что же будет справляться с Лансером? Есть Гирыч, в принципе, старый добрый, а есть Свен. Гирыч не справляется с Лансером, это 100%. А вот товарищ Свен с Лансером справляется, потому что он с ним драться реально не может. Клифф не заканчивается, ну, сплэш у Свена не заканчивается, а у Герокоптера как раз-таки Флэг Кэнон заканчивается. Вот, и кулдаун есть. А Свен так бьет и бьет. Постоянно. Иллюзии постоянно разбивает. Да, Свен, ну, как правило, там, если драка начинается, у них даже примерно равные артефакты. Первые два удара минус все иллюзии, и еще два удара минус сам Фантом Лансер. И Свен его рубит очень жестко. Ну и Рубиком отвечают. Ну, в итоге посмотрим, конечно, как это все будет реализовано. Пик интересный у тех и у других. С одной стороны, Лансер хорош, но есть против него Свен. С другой стороны, есть Инвокер, который здесь масса возможностей у него. Действительно, можно проворачивать все, что угодно. Можно пойти и... Ну, скорее всего, пойдет в какие-то ветерки, мне кажется, потому что здесь особо под пушек какого-то не видно. И Экзортовый Инвокер обычно берется как раз именно с целью поддавить, помочь там с каким-то Ченом, с Ликаном. Здесь... Может быть, класс вексовый. У Team Spirit здесь очевидные даблы. Да, эти стандартные из нашей предыдущей версии. Это как раз-таки Darkseer с Таском пойдут в оффлинию. Лансер с Рубиком пойдут в легкую. Инвокер, соответственно, в мидл. Но у Team Spirit слишком такой пластилиновый пик. Они могут что угодно делать. Как раз-таки вот это перемещение суппортов. Когда у тебя Лина стоит в миде, туда может спокойно прийти Бейн. Вы можете просто этого инвокера загнобить. Так что кому-то из суппортов печеней нужно будет уходить тоже в мидл и какую-то линию сразу ослаблять. Поэтому весь их план может как-то неправильно пойти. Ну, да. Посмотрим. Так, что у нас? Кто у нас дисконнектнулся у Team Spirit? Мне это не нравится, потому что... Дисконнектнулся у нас как раз-таки товарищ Рамзес. Рамзес, да. Да, я по цвету смотрю. У которого были проблемы. Не исключено, что мы опять сейчас увидим стендинга. Ой, вот это вообще будет, конечно, неприятно. Потому что с точки зрения как бы статистики, сбитый стрик, он будет сбитым даже с заменой. Хоть я не знаю... Ну вот за Рамзеса сегодня плотно взялись, ничего не поделать. Где-то как-то его кто-то подцепил, нашел. Да, ну... Еще один отключается, айсберг на этот раз. Но я думаю, что... Паузу на самом деле попросили вроде как у нас игроки команды Cookies.
Да, все отключились. Ой-ой-ой-очки, ой-ой-ой-очки, ой-ой-ой-очки. Минус 4. Все, габлак в Соляндру давай. Сейчас габлак будет контролить на всех лайнах в одиночку. Вот зачем писать What's Happened? Что тебе? Не видишь, что ли? У ребят проблемы. Не понимаешь. Чуньхан. Это китайский кастер? Ну, это, походу, китайский, да, какой-то. Ну, либо не китайский, там какой-то, может, юго-восточный. Из Таиланда вроде у нас есть. У нас кто? Мы комментируем, ну, соответственно, если BTS Cup, это BTS-ы. Скорее там. Всего, да. Там Kotal Guy, по-моему, и Китай какой-то там. Pew Pew Studio какая-то. Что это за студия? Не знаешь? Нет, не знаю. Pew Pew Studio. Это очередные там. Китайская конторка. Да, ну что, и остался у нас один габлак. Никаких новостей по этому поводу больше нет. Может быть, внезапно у всех отключили интернет. Ну, сейчас вообще круто может быть, что их вообще полностью задедосят при таком коэффициенте, реально кто-то там. И, ну, сколько, 15 минут? Если за 15 минут у них ничего не получится, им 2-0 просто дадут. Ну, по идее, так же, как обычно, да? Что? Говорит, что, типа, весь район там отключили. Рамкавый стендин. Какой стендин? Стендин? 4 стендина, что ли? Команду стендин нужно. Команду стендин? Ну, в таком случае могу огорчить тех, кто там что-то надеется с этого получить. Я думаю, что если всех спиритов задедосят, им... Да, ну, можно, в принципе, ливать. Ну. Так, чтобы показать вам. Давайте вот этот экран вернем. Так, ну и чё? Так, надо для начала посмотреть, есть ли у нас лобби. Ты ливнул? Да, да, я ливнул, новое лобби я есть. Я думаю, всем надо ливать, да? Новое лобби есть. Team Spirit Always Wanna Fly в нем сидит. И Айсберг есть. Ну, и ко мне... Пью Пью Студио, это, кстати, этот, вьетнамская. А, да, это вьетнамский флаг вообще, да. Почему у тебя белорусский флаг? И почему ты не стал ко мне? Белорусский флаг, потому что я с Лексом комментирую. Он... Блин, а я теперь Пью Пью Студио, потому что он ко мне сел. Ну, отмени Сейчас, давай я перезайду. Да, обломай просто этот. Я на канал трансляции прыгну. Так, как мне выйти-то отсюда, господи? Крестик нажми. Так, все. Закрой канал и создай свой. Как же это тяжело. Короче, это я в итоге прыгнул в вьетнамский канал и вытеснил его. Да, флаг вьетнамский. Да даже вон какие-то непонятные штучки у них поверх букв, эти апострофы. Угу. Это... Как это называется в шведском языке? В смысле, как это называется? Буквы с точками в шведском языке. Языке. Или в немецком. Ну, это ее у них. У нас ее пишется как ее, а у них ее пишется как о, и сверху какие-то вот эти двоеточие, там еще вот такие ну, штучки. Ну, да, да, да. Всякие производные от букв. Производные звуки от букв. Умлаут это называется. Умлаут? Понятненько. Умлаут. Это вот эта вот буква с точкой. С двумя. Ну, опять Зара у нас, кстати, возвращается. Ну да. Да, Керри. Да, и придется тащить с ним. Габлак сейчас недоволен. Ой, недоволен. Чувствую прям гнев Артура. 10 из 10. Ну, а чё поделать? 21 век, цифровые технологии. Никуда не деться. Ну да, в общем, надеюсь, что они там смогут. Ну, драфт уже, понятное дело, тут надо на олпика поставить. А вот возвращается у нас Kotal Guy. Ура! И, собственно, все. Можно начинать. Мне тут в Твиттере написали, я не знаю, правдоподобно этот стат или нет, но у Свена против Пэла
побеждал 6 игр из 6. Ладно, поверим. Ну, возможно. А кто это написал? Я не знаю, какой-то кто-то. Ты видел новую игруху этого Аларика? Нет, это... Путешествие по офису Вальвы. Аларикас? Не, я еще не видел. Ну, точнее, видел, но не успел немного. О, я вижу, что Габлак пишет, что наша команда склонна с проблемами DDoS, причем в этот раз пошли дальше. Положили сразу вроде Рамзеса. Нормально так. Ну, как правило, да. Как правило, так он и работает. В общем-то, это ничего удивительного. Для этого, более того, даже скажу, что не нужны какие-то... Можно подумать, что для этого нужно какое-то, я не знаю, штаб-квартиру иметь там, но, как выясняется, нет. И у нас это делается вот так вот. Собственно, когда на Инте такое было, там чуть ли тоже не весь город страдал, но как бы там смогли починить. Да, здесь, видимо, он как-то поменял там себе IP или что-то. Ну, конечно, неприятно. Да, и Зара его заменяет. Ну, очень будем надеяться, что Зара хорошо отыграет. И все будет в порядке. Да, у нас тут пики идут тем временем. Ну, собственно, на АП они просто распикивают своих персонажей. Да, статсмен Феронин пишет, видимо, что Лина Бейнслардар 71% винрейт и Свен против ПЛ 6 игр, 6 побед. Да, ему, да, да. Ему можно верить. Хорошо, и... поверим. Ну, как бы хорошие шансы. Ну да, у связочки 71%, еще у Свена 100% на винрейт против Лансера. Вообще, Team Spirit, кажется, такой посильнее. Все-таки Свен при получении своего блинка БКБ там какой-то итема на скорость. Будет ли там это Mask of Madness, либо... Сейчас просто любит себе через Доминатор играть и там какой-нибудь Киперстоуны. Вот, он будет разрывать тут всех. Ему никто тут не соперник. Нету никакого спала против БКБ. Он просто будет идти и ломать на своем мувспиде под своим армором. У нас просто опять все легли. Да, опять РМК надо. Я думал, может, это я лег. Не-не-не, опять РМК, там кто-то не может никак зареджойниться в игру. А может быть, кто-то просто пикнул не того героя, не хочет сознаваться. Такое как бы бывает. О, неверный пароль. Здравствуйте. И не успели, наверное, поставить челоби хсануть. Да не, успели. Нет, все правильно. Правильно. Может, я что-то не то ввожу просто. Ну, ты на Ctrl-C, у тебя, наверное, стоит, да? Ну да, я что-нибудь, наверное, скопировал не то. Да, все, я... Вот не то что-то, да. Приключения старта игры продолжается. Вот особенно вот такие вот веселья бывают, когда какие-нибудь идут, типа, там, падения. Я помню, как-то было у нас... Не помню, что была за лига. Мы с Ластом комментировали, и... Дота все время падала, и в момент, когда она встала на 5 минут, кто-то что-то затупил и не мог нажать вот просто кнопку «Поехали». И в итоге, в момент, когда он пришел и все-таки был готов, в этот момент упала опять вся Дота, и опять мы не смогли начать. И в итоге там чуть ли не 2 часа это все продолжалось. Все уже там были. О, смотри-ка. Опять Рамзес, камбэк. Опять Рамзес, но я чувствую, что это ненадолго. Я не верю, что он сейчас может играть. Будет у нас. Ну да. Скорее всего, то есть на время. Ну, посмотрим, может быть, там закончатся деньги на DDoS. Или что-то там. Наш Стасмана жалуется, что Dota не дает нормальную стату сейчас по новой версии. И не может ничего такого крутого. Ну, там... мало игр, что сказать. Так что статистика будет чуть позже. Игровая. В игре, в которой вылетают таблички эти. Но мы сами, в принципе, можем что-то калякать. Тут же есть эта штучка. Вроде как, да. Иногда, когда нажимаешь на какую-то не ту клавишу, всплывает это окошко. Точнее, не то, что не на ту. Так, ладно, у нас тут грузится. Ждем, когда загрузится. Рамзес не в загрузке. Да, да, да. Печально уже. Патрик. Так, все, есть контакт. Вот этот Патрик на аватарке, он как бы намекает на то, что все. Патрик на аватарке, не клошара, дедосит.
Полный набор. Это называется, как корабль назовешь, так он и поплывет. Жесткая комбинация у меня там получилась. Так, ну, Кукис уже захватили всех своих героев, рвутся в бой. Ну, скрестим пальцы, чтоб не было у нас. Тяжело будет двигать мышкой, но я попробую. В такой комбинации со скрещенными пальцами. Да ладно, мышкой можно двигать, если даже черепашкой ниндзя быть. Если тремя пальцами же ты держишь мышку, нет? Или ты как, тебе по-другому? Ну, да. Указательный на маус один, центральный. Я полностью обхватываю. А, ты полностью? Для лучшего контроля. У меня мизинцы без безымянный палец вообще не работают. Они как-то по коврику ездят. Вот так вот. Тебе нужна просто мышка побольше. Громадная мышь. Толстая. Да. Толстая мышь. С этими, с подставкой под пальцем. Так, ну что? Где же игра? Распикали. Все, отлично. Давай, верим в Рамзеса, что его интернет будет покажет нам непробиваемую силу. Давай по героям быстренько. Итак, это... я тебе оставлю команду шведскую, потому Давай. Что я с ними с трудом разбираюсь. Начнем с команды Spirit. Габлак — это Бейн. Айсберг на линии. Always Wanna Flay на Дазле. Лошара, он же Рамзес, на Свине. И Afterlife играет на Слардаре. И Skills nice, играет на Инвокере, Стеф Стайл играет на Таске, Пабло играет на Рубике, Эш на Фантом Лансере, Кизу играет на Дарк Сире. И они идут встречать Afterlife. У меня товарищ Кизу в мьюте. Мьюте, ну... Это он у меня попался в паблик. Избранный. О! Все, поехали в селедку. Селедка дает стан, ей дают копье, ей дают колдснеп, кстати говоря, который раньше дать было нельзя. И благодаря этому во многом забирают Фёрстблад. Ничего не меняется, опять Фёрстблад уходит у нас в команде шведской. Да, вот эта фишка этого инвокера, что раньше ты, когда у тебя есть инвокер, очень трудно было драться на первом левеле, потому что у тебя маленькая атака, вот, и нету скиллов, а сейчас ты можешь и санстрайк кинуть на сотку чистого урона. Если там кто-то подстанет, ты прям сразу санстрайк кидаешь, там треть хп отлетает. И колдстамп можешь, если того, одного героя встретил. Тоже можешь. Да. Можешь качать деле... Векс и убежать, можешь качать Экзорт и бить с руки. И при этом еще и там... Ну, с Вексом ЕМП вряд ли тебе поможет, а вот Cold Snap, Sunstrike, да, они помогают. Габлак сейчас тоже очень рискованно подходил, на самом деле. У него тоже могли 4 героя сейчас закатиться, могли и, в принципе, второй килл мог бы быть. Цепануть. Так, ну и что у нас? Да, как ты, в общем-то, и говорил, приходит Бейн, но это такая стандартная уже ситуация. Приходит Бейн в мид, у него есть один Fairy Fire, ну и даже без Fairy Fire, в общем-то, он не будет давать инвокеру здесь ничего сделать, будет меняться с ним по хп. Понятное дело, что инвокер у нас тут с когтем, с тремя квазами, регенит очень быстро, еще два Fairy Fire у него есть, но Габлак с брейнсапом справляется. В общем, с своей теперь задачей. Пластилиновый пик, потому что... Снизу стоит Свен с Дазлом против Лансера и Рубика, а чтоб... Ой-ой-ой. Кеш седает, и... Еще одна тычка, и забирают. Хорошо, очень все красиво было. Ну вот Рамзес очень здорово зашел. Так вот, стоит вот эта дабла, если оставить Лансера в соло, он здесь не сможет стоять. А чтоб нормально сражаться с Бейном на виде, с Бейном Лин, и там нужен рейндж. Потому что если туда придет Таск, это будет бесполезный кусок, который просто будет экспу воровать у инвокера. Поэтому инвокер должен в соло тут терпеть и ничего не делать. Таску бы вообще на самом деле перетянулся бы вниз и тупо убивал бы ребят из Team Spirit. Так, тем временем зацепили Рубика. Да, пошел поздно. Тагарам это Габлаков подбросил. Ну, Рубик выкидывает. И пошли дальше. Рубик. Рубик заходит. Дальше нужно съесть жуй, еще одну жуй, ветку. Жуй, беги. Ой, как он проел. Фейтбол, кинь. Там меньше дэмэджа будет. Очень хороший сейчас фейтбол. Фикшенный на 20-ку. Фейтбол, кинь. Что ж ты такой фишонок? Раньше надо кидать было. Да, нет. Забирают в итоге Туска. Остается здесь Аш, который привез себе что-то в куре. Но уже вряд ли пойдут за ним. Слишком много крипов. Но на самом деле, тут мог развалиться Туз гораздо раньше от хила. Он еще так здорово задоджил хил Дазла. Но уже начинаются огромные проблемы. И вот этот Бейн раумирующий, он только что был сверху. Он дал Лине большое преимущество. Уже он смещается. Ну да, на миде. Он дал большое преимущество. Смещается вниз. И еще и внизу дает довольно-таки неплохо.
со своим тиммейтом посражаться. И опять он идет в мид, и опять идет мешать инвокеру, который уже от Лина отстал очень сильно. Вот это начало очень хорошее. Закатывается у нас на Артура, прям три героя все. И под колд снап. Сейчас могут его и забрать, да. Сейчас не может кастануть он брейнсап, потому что не дает ему это сделать. Колд снэпчик как раз. Ой, как же больно здесь. Могут айсберга зажать тоже. Так, курьера тем временем минусует. Курьера сел тьмы. Здесь же пошло ЕМП. Забирают Стив Стайл. ЕМП восстанавливает ману немного инвокеру. Сжигает всю ману айсберга. И в итоге все равно размен получился один в один. Размен хороший для спиритов. Они так много вытянули вот на этого Бэйна. И при этом еще и разменяли его на Тусика. В общем-то, все абсолютно нормально. При том, что продолжают у них фармить Свен, опережая Лансера. Слардар уже потихоньку догоняет Дарксира. Ну, Слардар может постоять против Дарксира. Дарксир, конечно, хорошо свои щитки кидает. Тем не менее. Так, и шведы ставят паузу. Что тут у нас у Дарксира? TC проблем. Что-то с тем спиком. Да, у Дарксира у нас тем временем Iron Shell. Да даже все хорошо будет, чем ему? Никто тут не мешает, соло стоит против лишнего героя, просто халява. Ну и Afterlife нормально себя чувствует. Вот разве что сейчас к нему пойдет Тусик, но скорее всего его будет видно, потому что есть вард. Afterlife поставил очень грамотный вард, который не дает Дарксиру еще больше. Ой-ой-ой. У тебя лаг? Нет, нормально все. У меня какая-то... Еще больше доминировать эту линию, как раз он бы еще лес фармил. Вот зачем Таск опять сюда пришел? Ну, что ты хочешь? Ну, вот хочет он как раз... Он просто застанет и убежит от вас. Вы ему ничего не сделаете. Хочет чего-то. Видит, что обходит... Ну, видел прекрасно все Afterlife, поэтому он так особо здесь не лезет. Аккуратно фармится своим там вот топориком. Можно... Ну, вот ты куда? Куда ты один поехал? Ну, надо ехать. Если ехать, то вот два щита. А, поехал один, но Afterlife в итоге как-то очень жестко зажимается и все-таки не пошел почему-то. Дарксир, а вообще какую-то хрень делает. Ну ты что вообще мутишь-то, алё? Да, Afterlife, все понятно. Да, Afterlife умирает здесь. Что делал? Понятно, он секунд 4 вообще просто пожегся об эту щит и типа ну не убежал. Тем временем Лансер умирает, да? Лансер в очередной раз умирает, и, в общем-то, большие проблемы здесь у Лансера, он сильно отстает, у него крипов на 10 меньше, у него 2 смерти, нападение в миде на Лину, Лине дает колд снэп, не может раскастоваться. Свен летит Свен. Слардар, айсберг отступает, но разрывают айсберга. В итоге будет ли станчик по Стивстайлу? Стивстайл получит еще одну тычку. Пытается здесь манси. Стивстайлу нужно забирать. Фейрифайр проедает инвокер. Но не знаю зачем, честно говоря, он съел этот фейрифайр. Может быть, нужно как-то было передавать Тускару. Таур падает у нас на топе, пока Слардар улетал как раз на мидл. Дарксир спушил ты уротик. Ну да, там в прошлый раз еще, когда за Тайдом, за Слардаром заходили, крипы очень жестко с катапульты били вышку. Сверху все неплохо. И тем временем у Свена проблема. У Свена есть стан. Он дает стан по двоим. И сможет ли убежать? Ой, какие неудачные шарды. Еще Стеф Стайл проблемы. Умирает. Очень неудачные шарды, подходит сюда Рубик. Ну, Свен уже уйдет. Габлака попробует подцепить. У Габлака есть фейрифейр. Станчик будет. Очень хорошо задоджил сейчас стан. И в итоге здесь разменялись в минус, конечно, но Свен остается без хп, без мана. Однако подходит Дазл с флаской, и можно этого Свена быстренько отхилить. Будет у него все в порядке. Так, отхиливают Свена. У него уже ПТшка. Да, Свен-то заряжен, конечно. И Дазл уже с арканцами, поэтому и мана также появляется. Да, как же хорошо на нижней линии все у команды Spirit. С другой стороны, 50 крипов Дарксира, это что-то как-то многовато. Дарксир пытается убежать от Слардара. Слардар бежит за ним, станом не попадают. Нужно забирать этого Дарксира. Он ставит стенку, как же больно! В итоге стирают, боже мой, Afterlife. Еле живой здесь. Хорошо, что был минус армор. Не проходить через стенку. Крипы сейчас еще и бьют. Ну, инвокера нет, санстрайка, он ничем не сможет помочь. Ну, фраг достойный. Фраг достойный. Очень большой нетворс у этого Дарксира. 3300. Ну, он, конечно, очень далеко зашел. Он зашел аж между тир-1, тир-2 куда-то на топе. Это супер рискованная позиция. И снизу выход.
на габлака, кастуется ЕМП, пытается он отхилиться, уходит из-под ЕМП, нет, не успел выйти, накатывается также в свина, нужно закрывать двоих, закрывают двоих, нападают на... Да, на Рамзеса, Рамзесу больно, Рамзеса здесь убивают, нет, ему дают грейв в последний момент, пытается сделать телепорт, сможет или нет, уходит. Какая игра от Always Wanna Fly, и не было уже чем сбить вообще этот грейв в последний момент скастованный. Ну, хорошо здесь разобрались, могли свина еще потерять. Свина в итоге чудом каким-то засейвили. Да, свин постоянно уходит там просто на карпале каком-то. Выход у нас опять на айсберга. Скоро будет торнадо, еще ИМП там будет, и Рубик, не знаю, успеет, нет, ну, нет, тут, по идее, должен успевать. Сейчас, да-да-да, должен. Подкидывать, оп, и две тычки. Да, не забирает. Зачем Рубик украл-то, ну зачем ты, вот ты просто тупо потратил 130 маны на последнюю тычку. Отдал бы инвокеру. Ему и так это нужно сейчас. Ну и в итоге идет Рубик домой, потому что мана у него на этом закончилась. Ну вот, говоря. А мог бы никуда и не уходить. Ну нет, еще сейчас... подворовал иллюзии, но инвокера нету бутылки, поэтому здесь вполне нормально все это. Инвокер выходит постепенно в бутылку. Что у нас с Дарксиром? Дарксир, который очень много зафармил, он вообще приходит на линию и начинает убивать людей, понимая, что, видимо, если не он, то уже никто в его команде. И на самом деле Дарксир имеет 3800 на Дворса. Инвокер выходит на вторую позицию. Ну и Лансер потихоньку поднимается. Здесь уже тяжеловато с ним стоять на этой линии. Мне кажется, Свену пора на топ. Да, Свен тоже так считает. Стягивается наверх. Ну и как-то пробуксовывают немножко Спирита. В последние нескольких драках. Так, Always Wanna Fly. Пятый левел. Слардар фармит леса уже. Не от хорошей жизни. Ну, некуда ему, на самом деле, уходить. Снизу тяжело. Леса — это более-менее вариант. Ну, приходит сюда также Лина. Вдвоем они быстренько фармят. И Тусик почти шестой берет. Ну, а Дарксир тем временем практически с мекой. Так, на миде. Заслипали инвокера. Выходит сюда айсберг. Да, инвокера стерли. Пошел у нас Дарксир. Стягивает всего лишь одного. Попадает. Хорошо, Флэк прибегает. Подстанчик. Четко все оказались здесь пятером. Четвером, Team Spirit. Ну, что-то как-то отдали, помимо того, что инвокера, еще и Дарксир полез куда-то непонятно куда. С первым вакуумом со своим. Драться. Это слишком много было уже. Там рекап, 1000 монет получили за двух героев, причем особо и не сказать, что прям что-то нереальное провернули, просто спокойно забрали одного и второго по инерции. Ну зато лансера оставили более-менее в покое. Лансер у нас здесь имеет 7-й левел, имеет бутылочку, что-то фармит потихоньку. Да, видимо это барабанчики какие-то или аквила. Грейженный стик, возможно, купит себе, если его еще нет. Да, так и есть. Ну и так по статам пошел. Проблемки у лансера очень большие. На творчик включить. Ой, приседает. Да, у него 2800 всего-навсего. В то время как у Слардара даже 300, который там тоже терпел на топе. Слар потом побегал. У него хоть 1-3, но он поучаствовал в киллах. Забрали того же Дарксира. Так, выход на Лину, не попадает торнадо и ничего не получается. Кстати говоря, Свен купил себе доминатор. Да-да-да, сейчас мода такая через доминатор, потом выход это БКБ, блинки, потом может какие-то там гиперстоуны, ну потом к сатанику крутить сразу, чтобы деньги не тратить. Кто-то с маской в Madness все равно никуда не побежишь, никого убивать не будешь. Ну да, и очень хорошо, что он замаксил клиф, потому что я уж тут на всякое насмотрелся, но четвертый клиф — это то, что нужно. Во-первых, против лансера, ну и в принципе для того, чтобы фармить просто леса. Как бы кэрри уже должен начинать фармить на таком левеле, оставляя там саппортом с пространства, ну и просто зарабатывая дополнительное золото в лесах. Так, снизу выход. Очень опасно стоят два саппорта. Да, да, скорее всего, здесь не уйдут. Да плюс доминатор еще дает крипа, он берет и спокойно... Пулишь себя ишит. Флай тоже, наверное, не уходит, наверное, да. Но все колл-снап накинет на него, и он уже грейф не кастанет. Да,
так оно и было. Ну, как-то здесь два саппорта слишком далеко, опять же, зашли. В итоге умирают оба. Рубик у нас с брейнсапом очень хорошо. Так, накатываются в Лину. Лина успевает дать станчик, но не попадает в итоге. Ультимейт нужно забирать Стив Стайла, но Стив Стайл... Да, забирает Стив Стайла. Хороший размен. Айсберг все-таки откидывается. Ой-ой-ой, смотри, автолайф бежит. Куда глую? Просто, что он сделал сейчас, ты видел? Ненормальный. Ну теперь нужно уходить. Есть лагуна, дабл дэмэдж забирает. Разворот, ищи ломать, нет? Нет, побоялся. Лагуна, маны нет. Лагуны нету маны, да и в принципе тяжело его здесь было бы убивать, но он не стал рисковать. И так на самом деле сделал слишком много, по-моему. Забежал, сделал тычку по тавру, не добил, дал стан, еще одну. Просто в наглую забежал. Что-то тупанул, у нас Дарксир могут подбивать тавр на самом деле. Ну, его-то вот, он не застанил. Ну вот как-то не ожидали, что вот так бодро все получится. Свен тем временем. Ой, какой Свен сладкий здесь оказывается. И инвокер, конечно, сейчас его. Экспо он у него много забрал. Ой-ой, там Бейн. Сейчас Свена зарежут. Ну режь, ну ты чего, брат, лошара. Ну тебе два удара надо по нему было сделать. Сейчас тупо меку дали. Да, дает ветерки, Свен уже здесь, ульта нету. Лину цепляют, лагуну в Лину, но Лина живет. Нет, все-таки Лину забирают. Здесь же, ну, не отпустит уже здесь как минимум одного. Ну, конечно, Рамзес такую фигню сделал. Мог бы просто два удара дать по этому инвокеру, он бы убил. Не подбежал этот Дарксир бы, не дал ему меку. Ну, как бы разменялись бы в свою сторону, а не 2-0. Опять Мидер отдался, опять Дазл отдался. Что-то как-то Team Spirit не клеится, вторая игра. Да. По тимплею, что ли. Ну, я, честно говоря, подумал, что Рамзес прям рванет сейчас бить этого инвокера. Ну, что-то так испугался. Причем, действительно, под ультимейтом. Он так этих хэншотов смесил, там, с 3-4 ударов буквально всех. Инвокер, само собой, не самый толстый персонаж. Ну, тем не менее, в итоге отдают довольно-таки много. Большое преимущество было 2000 у Team Spirit. Для 14 минуты, ну, хороший задел, скажем так. А сейчас его... Так, Слардар уже с блинком, но тут же попадает под стан Лины, Мека, инвокер живет, инвокер на стиках, отхиливается, дает ветерки на развороте, и Лину забирают. Да, здесь, конечно, игра от Рубика была очень классная. Пабло просто вторую игру идеально отыгрывает на этом Рубике. Просто классно. Еще одного. Опять, они только что, они умерли 40 минут назад. Минут назад эти два героя были в таверне. Они опять в таверне, эти два героя. Дазл и Лина. Да. Ну, здесь уже очень хорошо сыграл Рубик. Слардар, конечно, врывался неожиданно, здорово, но Рубик ожидал этот неожиданный врыв. Тем временем еще и сейчас Свена могут подцепить. Слардар, конечно, сейвит, но Дарксир, вакуум по двоим героям. Поднимают в воздух Свена. Маны сейчас у него не будет. Есть стики, юзает стики, но получает свой же стан в лицо. И это минус кэрри. И сейчас еще и... Боже мой, Слардар тоже с блинка оказывается в очень удачной позиции. Шарды есть, еще шарды. Еще шарды. Можно закрывать. Ой. Стив Стайл какой-то плохой у нас таск. Что, смотрю, что он делает. Не делает он ровным счетом полезного ничего. Ну да, мог сам добить просто руками здесь. Ну и вышка падает тем временем от катапульта, которая просто приехала в мид. В итоге 16-я минута. Ну как здорово-то поднялись за последние несколько драк. Очень много экспы подняли, 3000. Но при этом по золоту еще не вырвались вперед. Сейчас самое главное, чтобы по морали там все было нормально у этих ребят. Ну я имею в виду Team Spirit, конечно. Потому что то, как они действуют, говорит нам не о самой лучшей там микроклимате, скажем так. Все бегают, умирают. Ну что, и вот он выход в смоках. Два героя в смоках. Три героя не в смоках. Идут на Рошана. Так, ну и пошли. Ну, должны забирать. Смотрим на команду. Да, здесь все читается. Могут не успеть. Не успеют, только если ветра издалека. Ветра издалека надо делать инвокеру, 100%. Просто уже кастить. Да, но он дает ветра не туда, Рошан в итоге падает, хорошие шарты, ой-ой-ой, какой вакуум, стенка по всем, стан Слардара хороший, но фолова никакого, уже умирает Дазл, из Лины выбивают Аегис, без ультимейта Свен, он просто стоит, не знает, что делать, потому что получает дизарм на 4 секунды, айсберга стирают очень быстро, инвокер на стиках выживает. Господи, сколько же Пабло делает для своей команды, он просто...
А что там сделал Пабло? Стан свина я вижу. Так, подцепили Afterlife, еще инвокер, который прилетел сюда, поднимает в воздух. Он очень круто, он, во-первых, очень круто ворует спылы всякие разные, во-вторых, раскидывается там этими скиллами. А во-вторых, он на себя оттянул Слардара и не дал вот эти станы, которые, ауешные станы Слардара, которые должны быть в драке, они очень полезны. Он тупо их на себя вытянул. И Рубик-то умер, но все эти станы не в толпу влетали, а только в соло Рубика. Ну, как в прошлой игре, он там Doom на Рошане, я помню. Да-да-да, просто его, на него все юзают. Ну, все грамотно делает. Его смерть его, она очень сильно окупается. Как раз таки. Да, несмотря на то, что Торнад зашло не самое лучшее, там получили стан, но как бы узкий проход. И самое неприятное, то что Свен уже без ульта был. И Дазла там быстро зацепили, он не успел, по-моему, вообще ничего сделать. В итоге этот Рошан только в минус, опять же, уходит. Но все еще играбельная ситуация. По XP, конечно, отрыв уже очень большой, но по золоту более-менее. Свен купил себе Сэндж. Повторение прошлой игры. Опять вот эти драки на Рошанах, опять Тим Спириты приходят их, либо быстренько забирают этого Рошана, но потом отдаются там всей командой, чуть ли не всей командой. В предыдущей игре абсолютно то же самое было, если помнишь. Ну да, да, но так, что-то украли у Бэйна, это слип. Не успел слип закастить, так бы умер бы Бэйн. А мне кажется, Бэйн бы себя смог разбудить. Ой-ой, тут еще и на развороте. Что это было? Слип ветерки и не сработали ветерки. Ну, кстати, нет, Бэйн не может себя разбудить от вражеского слипа, только от своего. Видимо. Может, так постоял долго габлак на миде. Ну, Финсгрип в итоге Рубик опять же выбил. То есть, по факту, ничего не произошло, никто не умер, а Финсгрипа нет. И все. Зачем он это делал на миде, когда никого не видел? Что он пытался, ну, типа, убить Рубик, ну, не вышло бы. Ну, вот, как-то вот я и говорю, о чем и речь, что сейчас у Team Spirit'ов какой-то такой... Им бы разок драку хорошую провести, я думаю, они бы почувствовали какую-то уверенность. Вот Бэйн, кстати, уже почти с линзой. Тут такой... подальше будет кастовать, но я практически уверен, что это линза, она... Лошар странный артефакт собирает. Он собрал доминатор, потом собрался сейндж, ну типа да, потолще стоять, ну возьми сразу оверклап там на эту, на БКБ, там не знаю, или даггер возьми. Ну, сейндж. Если собираешь сейндж, ну докупай тогда сейндж яшу, ты просто ни к тому, ни к этому. Ты вроде толстый, но не двигаешься, ни антимагии у тебя никакой нету. Мол, спида нету тоже. Супер толстый. Толстый, но толстый и еще раз толстый. Да. Жир как раз не особо нужен. Против такого мобильного пика, там, с лансером, здесь тяжеловато тебе быть просто толстым. И очень хороший может быть смог. Цепляют свина, видят его, ой-ой-ой-ой-ой. Поднимают воздух, еще воздух, и еще стан. И да, и он разваливается. Как бы у нас все хорошо не было у команды Cookies, но Керри, Лансер, у него до сих пор ничего нету. У него 65 крипов, 6400 нетворс. Ну, сейчас Травела, наверное, себя возьмет, но такое. 20-я минута. Проблема. Я думаю, что он возьмет себе диффуз. Потому как они... Хотя да, наверное, Травела. Не-не-не, Травела он возьмет себе. Да, с обычным ботинком-то бегать, это такое. Вряд ли диффуз будет. Ну, потихоньку. Вот он, конечно, фармит маловато, много они бегают, но сейчас вот возьмет Травела, и, в принципе, у него... Он догнал хотя бы Лину, и его команда ведет. Это для него, безусловно, плюс. Пока ищет. Не покупает ничего. Да, пока ждет. Может, реально диффуз будет. Ну, как-то с обычным сапогом все-таки смотрится... Ну, взял бы себе уж тогда, догрейдил ПТ. Ну, такое, да. И уже был бы боевым лансером. Как бы ПТ тебе много даст за свои деньги. А да нет, ПТ-шку обыч... здесь уже нельзя брать, это уже поздно. ПТ-шку надо брать в минуте на четвертый. Ну, взял, видимо, штанг. Видимо, Травела. Да. Пят? Да, Травела. Поделиться, может, своим телепортом. Кому-то. С товарищем Каском, может быть. Так, Свен опять. Ну, вот за счет чего Свен поднимается. Ну, как бы эти все подъемы он в никуда сливает тем, что его забирают. Однако 9000. Еще немножко эншентов постакал. Минус айсберг. Да, никуда ты не денешься, брат, друг. Как он тут оказался-то? Что вообще ты вообще здесь делал? Почему ты фармишь здесь? Акстись.
Я вообще его на миникарте даже найти не мог, но не предполагал, что он будет там. Да, айсберга убивают, это еще один. Лансер просто за счет этих фрагов поднимает себе нетворс. Ну да, у него было там буквально 2000, и сейчас за полторы минуты он еще 1200 сделал. И травела, и вот они, вот пожалуйста, сейчас уже и диффуз не за горами. И это уже будет совсем не безобидный лансер, он будет и быстро передвигаться, фармить, и при этом и в бою будет хорош, пока не будет БКБ. Ну, свена будет, конечно, БКБ, но уже вопрос, хватит ли этого. А Дарксир тем временем с грейвзами, блинком, имеет 2000 еще. Дазл у нас сейчас стрелет, тоже никуда не уйдет, он не денется, не денешься, да, брат? Грейв, нет. Там грейв. И вив еще. Вот он, тот самый. Ну, здесь спасибо, пока, спасибо. Может быть, не так страшно. Так, хочет повесить на лансера. Очень как-то расхлебанно играет с Team Spirit. Очень расхлебанно. Они вчера так не играли. Вчера... А, не, были у них на пару игр. Они там тоже по 2-3 килла делали. Ну, вчера, да, там были за 13 минут игры против скрина. Не в своей тарелке. Ну, айсберг очень плохо отыгрывает. Мне вот он не нравится. Он, в принципе, у них самый стабильный, в принципе, в Team Spirit. 7 смертей. Мейдер. Да, тут 7 смертей, делает какую-то ахинею. Вот сейчас... Надо вообще разочек убить Дарксира, потому что это самый расставленный герой на карте. За него очень много дадут бабла. Так, и вот БКБ, свену, а вот Энлокер смог... всех спалил. Нет. Я бы ломал бы смоке. Да, линза на бойне, линза на линии. Вроде бы хорошие такие смоки могли получиться. Ну, БКБшка есть. БКБшка на свине. Однако лансер уже дышит в спину. 2000 всего лишь отстает, учитывая, что эти... Ну, это и в начале игры были 2000. Они никак совершенно не изменились. И более того, лансер еще и подтянулся. Свен игру может перевернуть. Честное слово. Да, уже с такими артефактами дэмэджа вполне хватит под ультимейтом. Если третий левел еще ультимейта возьмет, там вообще будет замечательно. А дальше только больше у него будет. Всего. Так, ну и что? У нас ищет инвокер, находит свена, есть у него БКБ, видит это. Свен. Будет ли кастовать БКБ? Свен, заслипали. Свен, стан. Стив Стайла. Стив Стайла стирают. Цепляют еще и Рубика. Рубик лагуну минус Рубик. Ну вот, вот. Ну, БКБ на свине дает много. Так, ну и инвокер вынужден убегать отсюда. Блин, его пробивать нечего. Его нужно будет ждать, пока блокинг-бар закончится. После этого как-то раскайтить. Если он возьмет себе даггер и какую-то скорость атакинса, сам может нападать и там за пару тычек убивать просто героев. Ну, такое ощущение, что они пока что пытаются вот как раз разводить его потихоньку на БКБ. Инвокер скоро с аганимом будет. Ну, будет такое. Него... Разводить на БКБ надо, ну, как бы самим атаковать, чтобы он юзал это БКБ и не умирать. А когда он, ты его разводишь на БКБ, он еще делает 2 килла, это не развод на БКБ. Ну, да. Это просто фит. Ну, такой в дальней перспективе, может быть. Ну, хотел Рубик убежать, не успел его. Бейн зацепил. С линзой, конечно, вот эти вот ребята. А у Лины еще и появляется Юл, и он на него тоже, как мы выяснили, линза работает. И теперь она еще и с Юла может цеплять. Поэтому, если вы нападаете, то практически вот так вот развести и при этом никого не отдать тяжеловато. Кстати, Сэнджин Яшу доделывает все-таки. В дальней перспективе очень трудно будет драться против Team Spirit. Будет этот Вив, будет два БКБ у Слардара и у Свена, которые просто на тебя будут рваться и разрывать. И, скорее всего, еще, наверное, Блокинвар рано или поздно у Айсберга появится. И вот своими магиями ты уже не сможешь ничем драться. Ну, Дарксир будет бесполезной своей стенкой, потому что Свен будет иллюзии вырубать за один удар. Лансер будет бесполезный своими иллюзиями. Это Рубик с Таском, ну, тоже такое. Ну, и Инвокер тоже будет бесполезный, соответственно. То, что у него все магические заклинания, сурки, он бьет слабенько. Инвокер слишком сильно страдает от БКБ, это уж точно. Тем более он пошел в аганим, то есть он не пошел в какой-то урон, он пошел в усиление своих собственных спелов, которые там даст ему ЕМП 600 маны будет сжигать с лишним. Это все замечательно, но опять же, против БКБ не работает. И что самое вот страшное, как ты до этого говорил, что если Свен берет блинк, то тебе еще и пережить эти пару секунд, там даже 5 секунд нереально, но что он сам нападает. Ну вот, собственно, выход от Team Spirit. Они нафармили наконец свои ключевые арты. У лансера появился диффуз, но сильно эта роль не играет. Санстрайк на Рошану, на Рошане никого. Рубик у нас выходит в инвизе, Рубик. Просветка, просветка, где просветка? Есть просветка у Слардара. Попал на Рубика, Рубик на фурстафе уходит, мы должны его здесь цеплять, Слардар БКБ,
будет ли Тусик спасать. Новый радиус сноубола не дает такой возможности. В итоге Тусик здесь тоже отдастся. Ну, Свен вот даже БКБ вот, не стал подрывать. Камбэк пошел. И скорее всего это камбэк приведет наверняка к победе команду Team Spirit, потому что я реально не вижу, как хотят куки здесь выигрывать. Им нужно было додавливать очень быстро. Да, теперь тяжело. И заход на Рошана. Драться без двоих нельзя. Вроде бы БКБ нету с Лордара, но есть у Свена, да и... Да, вот что происходит с Рошаном. Нет, он только 15 левел еще, у него 450 атаки. Сейчас он будет 16 левел. Да, блинк доедал Сатаник. Больше. Вот, его артефакт. Ну, потом Тревела там... Понятное дело, под конец. Ну, какой-нибудь еще Муншард бы не помешал все-таки. Ну, Муншардик, он... да, понятное дело, там заболевать. Бьет он слишком медленно для своей атаки. Здесь любое ускорение, оно будет очень хорошо. Видит инвокера сейчас, Свен, и делает вид, что он, ну, как бы не видит его. Очень крутая игра сейчас. Айсберг хотел его просто подцепить на Юле. Из-за этого потом. Ну, увы. Инвокер здесь ушел. Ой, у Габлака там 3 ТП. Один Рамзес, один Айсберга. Коллекционирует бумажки. Пол инвентаря в свитках. Марки собирает. Да, но по факту у него одна только линза. Ну вот это вот новая линза на Бене. Так, ну что, Свен, у нас 250 атаки без ульта. Уль через 17 секунд. Ну здесь уже торопиться некуда. Здесь реально смотришь и не понимаешь, чем они против вас играть будут. Лансер не боец. Да и Свену убивать нечего. Какой артефакт из новых больше нравится? Какой тебе артефакт из новых больше всего нравится? Ну, не считая, наверное, Fire, потому что он самый бесполезный. Ну, в плане эффективности своей, ну, мне кажется, линза, она вне конкуренции всему вообще, что есть. Линза, да, скорее всего, да. Ну, вот она самая юзабельная, потому что такая магическая. Она и статы хорошие дает, и очень дешевая. Нет, а есть... Iron Tail, он еще очень нравится. Это как раз-таки вот на этих саппортов, типа Спиртбрейкера, Таска... Чтобы они могли, если у них что-то не получится, там загангать или где-то левел получать, они на халяву лес могут фармить. Ну вот с этим Сайрон Талоном пока что непонятно. Пока что мы видели, ну не очень его хорошо используют. То есть там в пабе вообще это топ-1 артефакт. А вот в таких вот играх, про него там даже если покупают, то забывают. Еще неплохо Dragon Lance тоже смотрится именно в ситуациях, когда нужно как-то рампу ломать и побольше радиус, чтобы тебя тяжелее подцепить было. Часто там на той же винге. Как я не знаю, зачем хуки сейчас должны нападать. Вот Айсберг с Аегисом, все БКБ, если они их заметят, увидят, они... Ну, хуки здесь драку должны проиграть, если они нападать захотят. Да, они хотят, но их уже ждут, прямо такая хорошая комбинация, нападение на Лину. Аегис с него, конечно, могут ну, выбить, Аегис, а могут и нет. Все, Рамзес там пошел, минус один, минус второй, вакуум по всем, Лину убивают, но это только Аегис. Ну, это иллюзии бесполезные, минус... Ну, вот про что, в принципе, говорили. И сейчас Свен рубанет все эти иллюзии с удара, Таур заберут на халяву и пойдут на рампу. Сколько у нас по байбекам? Байбеки. Ни у кого нет байбека, 4 байбека не отсутствует. Я думаю, должны сейчас зафорсить. Просто пойти на халяву ломать, глиф есть. Да, как же все просто оказалось. Ну вот они, Team Spirit, которые досидели. Ну, конечно, немножко они все-таки поплыли где-то в середине, но потом все-таки собрались, дофармили свои арты, и было видно, что как только они их дофармили, прям... А вот, Блокенбар. Блокенбар на своей стратегии, он переворачивает все с ног до головы, о чем я как раз и говорил. Если он появляется, ему вообще ничего не страшно. Он этот лансер не проблем. Видел он лансера как убил? Он убил его с двух ударов. Одним ударом он сбрил все иллюзии пол хп, даже больше, чем пол хп, а вторым ударом просто добил. При том, что артов на дэмэдж, прямо скажем, не особо... Не особо-то они есть, эти арты. Сэнджин Яш и Доминатор тебе не так много дают. С появлением там Дейдалуса Муншарда ДПС возрастет в разы, и даже если лансер супер круто как-то оденется, ничего здесь не изменится, ни при каких условиях. Ну что, минус сторона, минус там два героя, ну минус 5 и минус 2 героя с какими-то жесткими стриками, это все приводит к тому, что за драку они отыгрывают порядка 7 или там даже 10 тысяч, вместе с там с упавшими бараками. Да, вот он, Гиперстоун пошел на свине сразу же. Да, в керасочку спокойно уходит. Ну и нам нужна скорость, чтобы уничтожать. С таким-то дэмэджем, да. И там еще и Владмир на него когда действует. Ну не да, у него 250 урона. Без подрубленного ультимейта. Ультимейт там дает 200%. Это еще 300 урона он ему дает на данный момент. 300 урона, это немало. 550. Итого. Чуть-чуть.
Так, ну что, идут по миду. А Егиса нету, но как-то это не особо останавливает. Ну спрашивают, на блинк работает линза или нет. Да. Это на все работает? На все работает. А весь бэкпак? Это. И это жестко, это реально жестко. На всяких вот героях, которым заходят линзы, у которых есть блинк. Там и Юл, и что-то такое, там и форсик какой-то. Ну, на форс она работать не увеличивает сам форстаф, именно вот этот вот радиус, а радиус, с которого можно зафорстафить. Рубик здесь слишком агрессивно сыграл. Его, честно говоря, по-моему, его не зацепили, потому что не поверили в то, что кто-то может настолько сильно обнаглеть. Да нельзя, нельзя нападать по блокгейму. Сплитпушить, сплитпушить по максимуму сейчас. Что и делает Дарксир. Потому что Team Spirit... Они сейчас прижмут к базе, если они хотят выиграть игру, уверенно. Прижмут к базе, вот вот это... Пошла атака, инвокеры не успевают спрятать, Стардар просто его должен добить, но нет, инвокер уходит. В итоге он под просветкой, забирают инвокера, у инвокера нет байбека, Свен ультует. Вышку все еще не снесли. Ставится стенка Дарксира, очень неплохая, Свен продолжает здесь резать. Нужно забрать волка, забирают пока что Тускара, Лина также в БКБ, все иллюзии от стенки умирают. Свен бы рад поломать вышку, но тир 2 все еще стоит. Что, минус 2 в итоге. Минус 2, но нужно идти дальше. Побить хотя бы чуть-то урок. Ну да, пока инвокера нету, тускара нету. Стоит здесь, конечно, неприятная стенка, не хочет подходить сюда Рамзеса. Можно понять, он будет убивать свои иллюзии. Нападают на Дарксира. Как неудачно подставился снизу. И умирает. Бейн. Бейн заслипал тем временем Рубик. Но стенка должна уже заканчиваться. Вот-вот, с минуты на минуту, с секунды на секунду. Да, заканчивается стенка, но уже выходит инвокер и туск, и нужно действительно отходить. Очень неудачная, неприятная стенка для Свена. Он бил бы вышку и мог сплэшом просто убивать свои иллюзии и... Ну и как бы получать по 150 урона от нее, поэтому не смог сейчас срубить. Но в целом драка-то все равно очень хорошая. Они ничего не потеряли, они переубивали всех. Это раз, во-вторых, у блока появляется Crimson Guard. Это сейчас вообще будет трудно браться. С полов-то так себе-то нету, каких-то жестких, кроме инвокера. Инвокер дает раскаст. И все. Ну там есть фейтболт, есть там утаска, чуть покставать. Но остальное весь дэмэдж идет с руки. Что у Дарксира все иллюзии бьют с руки, что Фантом Лансер тоже бьет с лапки. Что и сам инвокер, в принципе, после своего прокаста тоже с лапки бьет. Но неплохой артефакт, выбор артефакта. Еще все герои 16 левел уже почти. Слардар 16, Лина 18, это очень круто. Можно, в принципе, добавить еще какой-нибудь пайп, чтобы еще и от магии меньше урона получать, и тогда вообще непонятно, как будут драться. Но, учитывая, что есть БКБшки, он не так актуален. И самое главное, крипов тяжело отспамливать. Как правило, все-таки пайп нужен, чтобы с крипами можно было зайти. Здесь же отспамливать тяжело. И так заходят. Ну что, идут у нас... пока что пофармили свой лес, отпушили линии. Могут пройтись поверху, потому что там все еще стоит тир 2 вышка. Рошанчика надо дождаться просто, на самом деле, закончить игру. Плевать на эту тир 2 вышку. Просто нужно дождаться Рошана. Сейчас они к базе прижали. Кукис не могут фармить. Они могут тусоваться только кулачком, там выжидать кого-то одного героя, чтобы его поджать. А Team Spirit фармит все. Абсолютно все. Фармит чужой лес, фармит своих эншентов. Могут и свой лес фармить. Забирают все руны. Ну, соответственно, там баунти тоже какой-то инкам идет. Вот, и просто выжидают Рошана тупо. Рошан появится через 2 минутки. Да, тем более, что здесь, опять же, торопиться некуда. Здесь это нужно было кукисом торопиться в какой-то момент. Сейчас да, уже все. Чем дальше Блэйд, тем сильнее будет Team Spirit. Ласпик, конечно, был хорош. Этот Свен. Свен круто зашел, да. Забанили Эмпер Спирита, про Свена забыли. Мне даже Эмпер Спирит меньше нравится, чем Свен. Ну да, вообще, он... да, под этой метой, пожалуй, Эмпер Спирит не так серьезно смотрится, как Свен. Просто Эмпер Спирит здесь мог стрять пожестче. Там инвокер, у которого все было хорошо вначале, мог бы собрать спец. Сейчас посмотрим драку. Так, ну, уходит на Доппельгангере, не находит настоящего. Инвокер мог бы собрать себе арчит и просто гоняться за этим Эмбер Спиритом, и он бы вынудил бы Эмбер Спирита купить себе какой-нибудь там Манта Стайл или что-нибудь из этой серии, и у него не было бы вот этих быстрых двух классных артефактов Battle Fury да и Даулса. И он мог сильно просесть, а Свену ничего не надо, ему тупо БКБ собираешь, и он уже крутой становится. Ну и Дарксир опять у нас сплитпушит, пошел сплитпушить также Лансер, понимая, что надо.
Рамзес должен айсберг попросить, чтобы ботлом залил сюда. Вот как раз таки он это делает. Чтобы продолжить. Маны нет вообще. Слардар пошел, запрыгивает, станет. Отличный бласт по двоим. Тускар покатился. На блинке попробует уйти сейчас. Вакуум от Дарксира, стенка. Очень неплохо. Дарксира здесь залетает. Стана рубит. Нету, стана нету Свена, чтобы что-то сделать. Минус курьер. Стив Стайла забирает Лина с линзой. Так, и за кем погоня там? За Дарксиром. Они прям до Рошана, мне кажется, могут добежать и прям сразу Рошана забирать. Стан. Сейчас я на блин тоже будет. Бух-бух. И на Рошана может зачекать. Тем временем продолжается драка, и МП никого не взрывает. Вообще никого не потеряли, да? Ну да, да нет, они сейчас трудно очень терять кого-то. Есть этот бешеный Дазл, есть Crimson Guard. Они дэмэджа не хватает пробить с руки. На тебя напрыгивают просто, ты не можешь стоять и драться. Так, отвечать, должен бежать, должен кайтить эту всю фигню. Потому что Свен один удар делает, у тебя пол хп нет. Ну и, собственно, не смогли они раскайтить. Хотя такое какое-то драка, более-менее они еще подрастянули, там что-то попытались сделать. Но все равно, да, обычно ты пропускаешь пару ударов, прячешься там в сноуболу, переживаешь и уходишь. А здесь ты пару ударов, даже если уже получил, у тебя там на один удар осталось. Так, что у нас? Поехали месить Рошана. Да, минус Рошан, и просто тут сейчас заканчивать игру. Очень крутая руна появляется для Лины, как раз на этот Last Push. Просто с Аркана руной. Он сейчас там будет раздавать очень круто. Ну, сразу что-то ее заюзал со страху. А, нужно ботл, потому что выложить. Аегис забрал. Ну, не знаю. Ну, без разницы, они и так должны заканчивать игру по-хорошему. Ну, Лина все-таки более хлипкая, чем Свен. У Свена, если посмотреть, 2600, и на нем сыр поинтереснее заходит. Да без разницы на эту руну волшебства, игру они реально должны заканчивать игру и так. Так, инвокера подцепили. Удается его заиулить. Привет, Линза, но он также ну, себя иулит. Все равно. Инвокер с байбеком, но, честно говоря, его байбек не должен здесь что-то решать. Даже то, что у Слардара нету БКБ, ну он через 40 секунд откроется, но все равно. Лансер, жалкая попытка вот этого сплитпуша, но тоже ничего не выйдет. У него слишком мало дэмэджа, инвокер байбекается, сейчас будут пытаться как-то тянуть. Лансеру нужно на самом деле до конца оставаться, мне кажется, было. Ну здесь все молниеносно упадет. Да. Это упадет, сейчас сместятся на топ. Резко. Свен. Очень Свен? Толстый. Свен с сыром, сыром. Сыр надо есть сыр. Сразу. Сыр проедает сыр сразу, включает БКБ, всех спрятали, катится. Разрывают Дарксира, он без байбека. Падает Слардар, кстати говоря. Стив Стайла пытаются забрать, он кидает шарды. Айсберг здесь побежал с Аегисом, но забирает его. Однако Лансер. Лансера как же мало дэмэджа, он просто не пробивает Айсберга под Вивом. Еще и получает Solar Crest сверху. Я смотрю, что делает Рамзес, он такую фигню творит. Он со своей ультой вообще даже никого не бьет. Он бьет, убивает, пытается убивать иллюзию Лансера. Так, иллюзию Дарксера. Тут у нас разворотик получился. Минус Лина. Сейчас еще попытаются. Сейчас какой-нибудь. Да, айсвол, за айсвол они блинканутся, ничего не сделать. Свен залетает, но получает дизарм тут же. А зачем он залетел вообще? Убежал бы, продал бы инвокера своего. Куда ты вообще залетаешь? Зачем ты это пытаешься сделать? Мистер, Лину. Мистер не лошара. Отпускают. Такой и лошара. Что? Лошара умер тоже, да? Редкостный лошара. Смертоносный. Убивает твой инвокер. И в итоге, боже мой, они зарабатывают 5000. Бараки на миде все еще стоят, что самое главное. А Свен мог бы убить их. Глиф не было уже. Он вместо того, чтобы бить иллюзии Дарксира, он мог бы с трех ударов убить один барак, и там с двух второй. Вот, он какой-то ересью занимался. А далее, да. Бьем гудлайк Лины, отдали. Свену тоже там какой-то стрик хороший был. Сейчас, по-моему. Мега-килл. Мега-килл у Свена, да, гудлайк у Лины, и как раз пятерик прилип. Ну, такое. Но все равно слишком приятные герои, тем не менее, все-таки шансы какие-то появляются. Не будем забывать, что 1-0 куки сведут, и сейчас, если подзакинут как-то спириты, это все. Шанс уже больше не будет, нужно собраться. Дарксир, 300 монет, форстаф имеется. Он, видимо, форстаф купил себе как раз-таки для того, чтобы спасаться. Вообще, портам надо пробежаться. Рубик фармит Аганим, уже зафармил Аганим. Вот это интересно, можно много чего воровать будет. Тот же Ульцвена, кстати говоря, прикольно будет своровать. Ульцвена очень круто будет. Как раз таки вот этого дэмэджа с руки, которого не хватает, нормально будет. 5-секундный БКБ.
у нас у Свена, у Слардара, если они будут бить иллюзии, эти 5 секунд Дарксера, то потом, на самом деле, инвокер может своими с раскастом раздать очень хорошо. Там они подстрелять могут и под торнадо ЕМП, маны не будет ни у кого. Потом еще что-нибудь, там какой-нибудь Wall of Ice Wall закинуть. Тоже мувспид порезать. Ой, Ice Wall это страшно, из него не блинкануться, из него вообще ничего не сделать. Ты просто бегаешь, тебя только если зафорсит, или если ты выбежишь. Октарин покупает Лина. Давненько не было этого артефакта у нас. Да. Ну, слишком быстрые игры, и действительно, это такой артефакт, как Октарин, который обычно собирается там шестым слотом каким-то, он появлялся. Октарин, если заваляет Арканру, еще какой-нибудь кулдаун там какой будет. Да, там очень маленький кулдаун. Там на ульт будет вообще 20 секунд КД. И на стан 3. И на Dragon Slave там что-то из этой серии. Будет очень приятно забрать. Но идут по миду. Идут по миду, ничего не дали за сплит пушить. Инвокер здесь сразу же пресекает все попытки по миду зайти. Идут иллюзии лансера, будут тянуть время как можно дольше. Ну, кстати говоря, да, тут не так-то просто пройти. Вот сейчас увидит Аркан руну. Ну, Слардар что, будет забирать или оставит все-таки линии? Видимо, оставляет. Тем временем Дарксир у нас понакидал щитков и уходит. Уходит в освояси. Так, вот она Лина. И что мы смотрим? 4.4, ну 4.5 секунды кулдаун Dragon Slave 3.6. 4.4625 десятитысячных. Да, да, есть и такое. И кулдаун на ультимейт, внимание, 26 секунд. За драку 2 ульта можно вполне себе успеть вписать. Жесткий кулдаун, 26.25. Ну да, дважды они там поделились. И вот такой есть как раз-таки из-за Октарина. Лансер пошел у нас сплитпушить, есть у него уже Тарасочка, но, конечно, Тарасочка ему не так много дает. Он попрочнее будет, но если Свен в него вгрызется, тут ему и Тараска не поможет. Да ему может, на самом деле здесь нужно какой-то типа серии Блэкенбара и Башера. И Башер, да, Супер Башер. Вот это крутой был бы. Блинк, БКБ, Башер и бабочка. И резать кого-то, просто даже вот. Здесь диффуза не нужны были, он мог бы собрать себе Владимир, мог бы собрать себе... Сэнджин Яшу, он мог бы собрать себе БКБ и Башер. Ну, Супер Башер. Так. И просто рубить с этим артефактом. Заходят. Рубик ворует Dragon Slave. С линзой, конечно, просто нереальный отпуш потенциал. Нереальный. Просто... Драго Блак как рано завязал Crimson Guard. Наверное, сейчас скажет, что мы не будем нападать, потому что Crimson Guard нету. Да, Crimson Guard заканчивается. Вот. Прикинь, они под нюком Свена бегают 8 секунд, и еще Crimson Guard работает. Десятку. С руки бить нереально. Просто нереально. Да, и дазл. Ну и дазл, да, всякие так. Так, на Лину накинулись. На Лину накинулись. В итоге тускарчик встревает. Его стирают очень быстро. Лина. Но своровал лагуну Рубик. Немножко неприятно. Лина без БКБ. Но два ключевых с БКБ еще есть. Ну и Тускара нет. Как бы вчетвером-то отбиваться очень тяжело. Что по байбеку у нас? Байбек есть у Лансера. Только у Лансера. Ну мидл должен падать. Хоть как-то. Так, пошел Сигиль. Сигиль, кстати, еще жив. Но вот и Сигиль падает. Слардар на спринте, врывается. Очень далеко заходит. Ну там зафорстафили через трон инвокера. Он просочился, и теперь Свен бегает. Ой, все, минус БКБ на Свене. О, его начинают раз, бить. Что сейчас будет? Ой-ой-ой. Нету, и можно кайтить. Можно кайтить спиритов. Надо добивать их всех, ловить, добивать, стараться. Все под Кримсоном. Но здесь уже пошла игра Лансера. Он уворачивается от стана. Инвокер застанет. Нужно как-то его убивать. Все в иллюзии летит. Таск здесь. Санстрайк ни в кого бежать, не попадает. Бежать, продавать кого-то, не знаю, они сейчас... Инвокер поднимает себя в ветра, и нет, все-таки его забирают, байбека нет. Господи, сколько у них подхилов, они просто не умирают, они стоят фуловые, сколько у них влетает, сколько у них вылетело. Так, цепляю Дарксира, Дарксир. Да, ты прав, абсолютно, тут просто хил не кончается. Дарксир успеет ли как-то заставиться? Нет, забираю Дарксира, байбек от инвокера, еще одни грейвзы. Двух байбеков нету. Да, ну втроем здесь уже тяжело. Очень большое преимущество, конечно, по золоту. Ну и подхила огромное количество. Казалось бы, вот уже тот самый момент, когда можно нападать. Но Лансеру просто урона не хватило. Он да, никого у меня не может урона, убить. Просто тупо нет урона. Он со своими там вторыми диффузами и все. Так, Свен Слардар, пошли в инвокера без байбека, забили там его. ГГ.
тупо один артефакт решает игру на, в такой стратегии. ПКБ на Свене. Да, все, и это конец. Ну, было бы интересно, конечно, понаблюдать за каким-то супер камбэком. Но с другой стороны, это 1-1, и это третья игра, которая будет. Здесь уже сильные сомнения, что что-то получится. Рубика, да, испепелили. Большие сомнения у Дедоси на третью игру. Да. Что-то не так у нас там. Ставка горит, может. Горит. А может, там только на первую было? Да не. А зачем на вторую тогда Дедоси? Ну, а там по инерции просто пошли. Да, по инерции. А, ладно, так. Типа, отвлечь от, что я, типа, не ставил. Не-не, он просто не успел закончиться еще, как знаешь. Последний там, эхо. Вода в шланге. Ты вроде уже перекрыл, а она все еще течет по шлангу. Ну, в итоге 1-1, хорошая игра получилась у спиритов. Да, их вначале помесили, но вот именно стратегия была выбрана настолько сурово, что в лейте, конечно... Даже несмотря на то, что тяжело было добивать хайграунд, там много возни происходило всякой, их сила пика привела их к победе. Помнишь, мы на Айсберга жаловались, какой у него счет был? 3-7. И с каким счетом он закончил? Да, он закончил 18-8. Но это, кстати говоря, не зря мы жаловались, значит, потому что пока он умирал, у команды все было просто ужасно. Как только он подсобрался и перестал фидить, ну, в общем-то, команда собралась. И, можно сказать... Это была часть вот этого концентрации, то, что Айсберг перестал умирать раз за разом. Ну что, 1-1, третья решающая игра, через несколько минут мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся на решающую карту.